Забей Дмитрию Челяднику, сыграть в одной команде с Рикардиньо и получить заветный автограф. Сегодня футбольный шериф приехал в гости в школу-интернат для детей с нарушением слуха и речи. Желто-черные устроили настоящий праздник. Как это было, смотрите прямо сейчас. Рикардиньо еще раз показывает, почему его называют маэстро. Его техника буквально валит с ног юных фанатов шерифа. Приднестровский чемпион приехал в гости в школу-интернат для детей с нарушением слуха и речи. С новыми мячами, сладостями и атрибутикой. Планировали, что это будет на нашем школьном стадионе. Мы хотели пригласить всю школу. В школе обучается 280 детей. Мы хотели пригласить начальную школу. Там у нас есть мальчишки, которые любят футбол, которые играют в футбол на нашем школьном поле. Но, к сожалению, погода нам немножко помешала, и нам пришлось прийти в спортзал. И, естественно, мы не могли всех сюда детей пригласить. Поэтому мы надеемся, что когда будет хорошая погода, мы еще раз встретимся и сделаем для всех наших воспитанников еще раз такую встречу. Ребята получили шанс сыграть со звездами в футбол. Разделились на две команды. В одной Рикардиньо и Балима, в другой Форов, Челядник и Вилар. У меня был подобный опыт, когда я играл в других командах, но это событие запомнится больше других. Дети такие яркие, радостные, очень хорошие дети. Ты чувствуешь себя более живым, хочется дать что-то детям, поблагодарить. Такую отдачу, которую они дают, как они нас любят. Они нам дают свои эмоции, и мы также должны отдавать. Рикардиньо мне понравился. Да? А чем тебе понравился? Ну, что он технично, хорошо играет. Он сегодня показывал интерес. Ты так бы смог бы повторить? Не, но я 100 на ворота хорошо стою. И почему именно ворота выбрал, а не нападающих? Ну, потому что на воротах я хорошо стою. У меня талант есть. Я попробую шериф записаться, но если получится. Это тот самый матч, где победа не главное. После ребята начали охоту за подарками, автографами и фото. Вилар расписался в блокнотах и прямо на детских руках. Игроки «Шерифа» устроили настоящий праздник. И еще раз показали, футбол – это намного больше, чем просто игра. Кстати, в воскресенье у команды важный матч в Суперлиге. Играют с «Дачей» и «Буйканы», борьба за чемпионство в разгаре.